Коробка механическая, пятиступенчатая, резина зимняя, шипованная.
тестирую Яндекс пробки, систему навигации Яндекс пробки. В сравнении с Navitel и iGo преимущества явные, если есть интернет. Если интернета нет, то работает как обычный навигатор. Я бы сказал, даже в какой-то степени уступает навигатора, потому что на навигаторе можно поставить по точке POI. Здесь, к сожалению, это сделать можно только при наличии интернета. На большей территории Тюменской области, ну, по крайней мере, вот, по тому маршруту, по которому я еду, процентов 40, может быть, интернета нет. Поэтому Яндекс.Пробки работает как обычный навигатор. Понравилось еще то, что он, ну, я, может быть, не очень хорошо знаю Navitel и iGo, но нет, по-моему, там тоже есть на Navitel варианты движения. Вот я, например, сейчас проложил маршрут до Москвы. Он показал мне два варианта, по которому можно двигаться. По-моему, такая функция есть и у этих систем, у Navitel и у iGo. По-моему, есть, что-то там такое было. Сейчас точно сказать не могу. Ну и при наличии интернета преимущество системы навигации Яндекс.Пробки, но существенно значительное в лучшую сторону. Есть какие-то преимущества у iGo, у Navitel, Яндекса. Сейчас просто не могу вспомнить детально. Может быть, панель управления экраном. Но скорость обработки информации у Яндекса быстрее, повыше. По крайней мере, на то, что испытывал на этих, на этом участке от Новосибирского до настоящего момента, до Ишима и сейчас в сторону Кургана, мне работа Яндекса понравилась. Единственный недостаток — это то, что не по всей территории трассы есть интернет, к сожалению. Интернет у меня через систему Теле2, сим-карта Мегафона, по-моему. Ты поймешь, блин. Ну, в общем, этот интернет Теле2. Коллеги, у него тоже Яндекс пробки, но через оператора Билайн. У него работало быстрее, может, из-за того, что у него на смартфоне стоит и там процессор быстрее работает. Ну, здесь немножко
Ну, хотя тоже жаловаться не стал бы. В общем, все три системы можете сами опробовать, можете сами проверить. Преимущества и недостатки определите сами. По идее, вот даже на этот, как же, X-Play, навигатор, там у меня стоит сразу две карты, и Navitello, и iGo. Я думаю, там можно поставить и третью карту, это Яндекс. Но тогда нужно будет нам подключать интернет навигатору. Яндекс пробки мне что понравилось еще, это три варианта карт. Вот обычная карта, как на навигаторах, плюс еще карта съемка со спутника. И третий вариант карты, это народная карта. Не знаю, пока я ее не испытывал, сейчас просто не до этого. Трафик ограничен 3 гигабайтами в месяц, поэтому я отказался от карты Google со спутника. Там все-таки больше трафика он жрет. Это первый тест, первая поездка по карте Яндекс.Пробки. Несколько слов о самом маршруте, е-мое. Должен отметить, что начинает оживать инфраструктура. Заметил строящиеся новые мотели. Места стоянки, отдыха, кафе, там, столовые и так далее. Вот где-то штук 12, 13, может 14 новостроек на этом участке я уже отметил. Год назад их не было. Бензин по трассе примерно одинаковый. В Новосибирске, правда, там подешевле, на рубль, на полтора, но на трассе подороже. Интенсивность движения средняя. Вот как вот оценивать среднее? Сколько машин в час встретил. Ну, не знаю, мне вот я, например, оцениваю так, что по моим критериям, по моим понятиям, интенсивность движения вот от Ишима в сторону Кургана такая средненькая. Ну, может быть, чуть ниже средней интенсивности. Не сравнить, конечно, тем движением, который на трассе М57. Это от Читы до Хабаровска. Там движение совсем слабое. На трассе, на этом участке, который проехал, наблюдается работа ГИБДД, есть и стационарные посты, временные посты, вот, ну а также контроль за дорогой на спецтранспорте, ну машина горит, там ставки сил.
радио FM, ну, только вблизи вот Ишима. Ну, я думаю, ближе, наверное, к Кургану тоже будет FM-радио. На остальном участке радио FM нет. Довольно уверенно показывает связь Мегафон и Билайн. То есть индикаторы показывают, что уровень связи 100% полностью. Сейчас весна, снег еще не сошел по большей части. Видно, что весна приближается. Обочина. Обращаю внимание всех, кто будет в такой период, в этот сезон ездить, что обочина очень такая ненадежная. Грунт есть, но он еще не просох, стоит немножко уйти с полосы, как тут же грязь. То есть обочина влажная, сырая и рыхлая. Останавливаться на ней, конечно. Полотно дороги от Ишима, я думаю, и до Кургана, местами плохое. Выщерблены ямы, кочки. Днем-то еще нормально, можно ехать. Издалека видно. А вот ночью, конечно, тут ехать небезопасно, можно влететь в эту яму с последствиями. Двигаюсь на запад. Время уже после полудня, вторая часть дня. Солнце в лицо. Знаю, кого он зовет.
Алло. Ну, да, говори. Папа, привет, папа. Нет, не понял, это я. Салон автомобиля довольно шумный, звукоизоляция не на высоте.
Время 15:16. Чтобы привязать комментарий к картинке, Е30.
Дорогой назвать это сложно. Или трассой назвать это сложно. Дорога, конечно, требует внимания. Так, по-моему, до кургана. От кургана до Челябинска, если не изменяет память, там дорога получше. Е30, так, по крайней мере, показывает Яндекс.Карты, Яндекс.Пробки.
назад такая дорога была, такого качества, от Челябинска до Кургана. От Кургана до Ишима нормальная. Сейчас все поменялось, блин. Что-то гаишников не видно, блин, на такой дороге. Это нас облучает локатор.
радар, детектор реагирует на это. Подъезжаем в Курган. Покинули. Ребят, Курган, а есть местные? Покинули Курган. Наш путь на Челябинск. Курган. Почему у
Хорошо. Это нас обучает локатор. Радар детектор реагирует на это. Объезжаем Курган. Thank you.
его покинули. Ребят, с кургана есть местные? Покинули курган. Наш путь на Челябинск. Нормально, на самом деле, отправиться в Челябинск. Да, там до Челябинска, на Вы находитесь на МКО, Касаран Курганом достаточно много кафе, столовых, отелей, мест для отдыха. Очень красивые места. Но я, по правде говоря, ни разу тут не останавливался. Не получалось.
покупаю топливо.